Всем привет, друзья! Сегодня у нас мукбанг с курочкой и макаронами. Всем привет! Сегодня мы вот в таком составе. Так, ну что у нас сегодня на столе? На столе у нас маринованные огурцы с морковкой, также еще один салат с баклажанами. Это у нас кетчуп. Ссылки на эти три рецепта будут внизу в описании. Курочка и макароны, которые мы готовили сами. Да. Так, давай начнем, пожалуй, с курочки. Так. Что ж такое? Так. Кстати, напишите в комментариях, кто любит курочку с макаронами. Честно скажу, я очень люблю. Да, это тоже ножку возьму. Так, нет. А я с другой стороны. Так, вот. Вот. Горячая, вкусная. Ну что, будем пробовать. Чаёк ещё. Вкуснятина. Угу. Оступлю-ка. Друзья, очень вкусно. Кстати, всех женщин, бабушек и девочек с 8 марта. На момент съемки у нас 8 марта. Да. Всех девочек и женщин, бабушек с 8 марта. Угу. Я уже маму поздравил. Я взял мыло, накрошил, его растопил. Потом морозилку. Форменную морозилку. Получились цветы. Да, Миша тут сегодня утром встал, пошел на кухню, позавтракал, а после чего взял мыло и давай за дело. Остался, был вот такой вот кусок мыла, а стал уже какой-то вот такой вот весь искривленный. То есть небольшой стал. Был целый кусок мыла, а от него осталось совсем ничего. Молодежи говорится, был Леха, стал лепеха. Типа, было много, стало вообще, стало очень мало. Аккуратно микрофон. Вкусно.
Блин, не могу взять, ладно. Бывает. Кстати, расскажите, когда ваши родители... У кого бывало, что родители уходят, и говорят, свари макароны, мы принесем курицу. Кто так же делал, как мы? Макароны варил. В детстве. Или во взрослой жизни. Так. Блин, где ее можно взять? Ой. Я в курице не специалист. Бывает. А можно взять? Где она? Так. Салат с баклажанами мне очень нравится. Сразу. Прости. Ничего. Друзья, кетчуп рекомендую, очень вкусный. А главное, домашний и никакой химии. Так, что бы еще взять? Блин, а где она? Я не понимаю. Это? Блин, еще не знаю. Приверни, может. Ладно, я чуть-чуть возьму отсюда. Так. Чай горький. Ладно. Да ладно. Mm-hmm.
Хочется такой вот вопрос задать. У кого как дела? У кого все как проходит? У нас все отлично. Все так же учимся. Ходим на тренировки. Кстати, интересно, какая ваша самая любимая книга после, ну, то есть, которую вы прочитали? Скажу честно, мне понравился очень сильно «Пеппи Длинный Чулок» и «Рикки Тикки Тави». Миша у нас... Любитель почитать книжки, да? Как сказать любитель? Просто так никогда не читаю. Только за игры. Вкуснятина. А ты помнишь, Миша, когда ты научился читать? В каком возрасте? Я, если вспоминать, я... Это было давно, сейчас вспомню. Я даже не помню, где-то лет в... Примерно, предположи. Примерно лет в 5. Может быть, даже в 4. То есть, да, я довольно рано начал читать. То есть, ближе к 4 годам я уже... Нас уже начали учить буквам. Дальше начали как-то слоги связывать. Потом мы научились говорить. И потом уже где-то к 5 годам я уже научился читать. Кстати, хочу заметить, что я в моей группе, даже, наверное, во всем детском саде, самый первый выговорил букву «Р». Есть такой факт, что многие маленькие дети не умеют выговаривать букву «Р». Кстати, да, есть такие даже взрослые люди, которые не могут выговорить букву «Р». Ну, есть такое, да. С детства не научились. То есть, допустим, говорят не рыба, а лыба. Угу. То есть, другие слоги научились говорить, а «Р» нет. Да. Я сначала тоже говорил «лыба», а не «рыба». Мне кажется, многие из нас так говорили. В детстве, конечно. Я помню, что я говорил намного раньше, чем научился читать. Я помню, что мы в 3 года ходили на прослушивание. Хотели в музыкальную школу меня отправить. Я так много говорил, но еще не полностью слога выговаривал. С ним было где-то 3 года. 3 года. 3-4. Ясно. Mm-hmm.
чуть-чуть возьму. Ну, в принципе, я с курицей закончил, уже можно переходить к десерту. У нас тут есть вафли. Напишите в комментариях, какого бы вы блогера хотели встретить. Не надо, Миша, такое было. Или что? Вкусно. Вот такая вот вафелька. Маленький-маленький кубик. Угу. Попробуем. То есть не как вот обычная длинная, а маленький кубик. На обычные вафли они длинные, соглашусь. На вкус как обычные вафли. Ну ничего. Кстати, я любила так вот вафли на слои делить и есть, чтобы надольше растягивать удовольствие. Ха. Скажу честно, я сам так делал. Ладно. Потому что нам в школе всегда мало вафли давали. В детском саду. Ну что, Миша, ты наелся? Я, в принципе, да. Ну что ж, будем заканчивать это видео. Все было очень вкусно. Рекомендуем попробовать эти салаты и приготовить, и попробовать. Да. Ну, если это видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Пишите какие-нибудь приветы, вопросы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще.